Привет всем из Нурпорта. Мы сейчас находимся на очередной стройке. Это дом нашего клиента. Здесь уже, наверное, 50% готовности. Обратите внимание, что дома строятся из блока. Это не нью-йоркский вариант, когда деревянные панели. И сейчас просто праздники, выходные дни, поэтому стройка не работает, но здесь все идет по графику. Строительство примерно занимает год. То есть сначала идет согласование, разрешение строительства, потом убираются деревья, потому что участки выглядят вот примерно вот так. Да? То есть многие спрашивают, а что это за пальмы, а что это за кустарники. Ну вот все участки в Нурпорт, за редким исключением, они находятся в таком состоянии, что надо убирать деревья. Это занимает немножко времени и денег, но без этого никуда. Есть у нас несколько участков, точнее было, уже продали, без деревьев, но это очень редко. Значит, участок очищается, потом заливается фундамент, строится сначала каркас, ну понятно, после этого делается ремонт. И здесь, в Америке, стройка заканчивается уже, когда тебе ключи отдают, там не надо ничего делать, ты заходишь, уже кухня стоит, холодильник стоит. То есть нужно купить только мебель, там картины повесить, жалюзи, шторы и, пожалуйста, живи. Стоимость участка $12 000. У нас есть сейчас участки в наличии на продажу. Очень много нюансов, вы должны понимать, при покупке участка существует. Это в том числе наличие коммуникации. Участок должен быть чистый от всяких платежей, налогов, сборов, чтобы не было никаких задолженностей. Обязательно нужны коммуникации. Здесь тоже есть участки без коммуникаций на окраине Нурпорта, они, конечно, стоят дешевле. Участок должен быть ровненький, чтобы можно было сразу начать строить. Конечно, немножко нужно будет подсыпать земли. В любом случае, я тоже, у меня был предельно ровный участок, но обнаружил, что когда мне строители показали, что вот здесь надо подсыпать, здесь надо подсыпать, это тоже стоит денег, но без этого никуда. И вот участки у нас есть в наличии, а также мы можем построить вам дома. Здесь у нас есть несколько партнеров строительных компаний, и стоимость дома начинается примерно от 200 000 долларов. Также вы можете взять кредит, даже если вы иностранный гражданин, с этим мы тоже вам можем помочь. Поэтому, кому интересно жить в Нурпорте, во Флориде, пишите +1 646 477 0520. У меня здесь тоже, так сказать, летняя резиденция или зимняя, потому что сейчас в Нью-Йорке холодно, зима, а у нас тут тепло. И я сюда периодически приезжаю, так что можем встретиться. Вот сейчас клиенты как раз приехали, и мы здесь с ними увиделись. Поэтому, если совпадут даты, увидимся тут. Пишите, звоните, не стесняйтесь.